الصلاة الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Однажды к ученому Самарканда Абу Хавсу пришел один человек и пожаловался ему на своего сына за то, что он его ударил. Ученый очень удивился и говорит: «Субханаллах, сын бьет отца таком встревоженным голосом», сказал этот ученый. Он отвечает: «Да, он ударил меня, говорит, он сделал мне больно». Ученый теперь спрашивает у него, этот алим у него спрашивает: «Научил ли ты его адабу? Научил ли ты его каким-нибудь знаниям?» «Нет», сказал он. Этот алим Абу Хавс, он еще раз спрашивает: «А обучил ли ты его Корану?» Он опять отвечает: «Нет». «Чем твой сын занимается?» он спрашивает. «Земледелием», отвечает этот человек. И потом еще вопрос задает: «А знаешь ли ты, за что он тебя ударил?» Опять он отвечает: «Нет». И потом этот ученый ему говорит: «Может быть, говорит, твой сын, когда направлялся, говорит, на свое поле, сев на своего осла, впереди него шли его быки, которыми он пашет, сзади шла его собака, и он был очень, очень усталым, утомленным, и в это время ты оказался впереди него, и он тоже подумал, что ты корова, взял палкой и ударил тебя. Ты, говорит, хвали Аллаха, благодари Всевышнего Аллаха за то, что он тебе голову не сломал». Это ответ он ему дал с упреком, конечно же. То есть, кто во всем этом виноват, в том, что так у него случилось? Конечно же, этот человек, за то, что он допустил такие упущения по отношению к воспитанию своего сына. На сегодняшний день захочет ли кто-нибудь из нас, чтобы иметь такого же сына? Конечно же, нет. Но задумаемся, что каждый из нас делает для того, чтобы не оказались наши детьми такими же. Не оказались такими, когда мы вкладываем в них свои силы, работаем из-за них, зарабатываем, одеваем, обуваем, кормим, и когда они становятся взрослым, вместо благодарности получаем упреки, получаем еще и побои тоже. Вопрос нам как бы для себя задается: обучаем ли мы этих детей Корану? Даем ли мы им достойное воспитание? Чтобы и у нас такое не случилось. Ну, не секрет же сегодня, что у нас такое распространено. Ну, не скажу, конечно, сплошь и рядом, но такое распространено. Я стоял рядом, когда сын кидался на отца, хотел бить его, то есть я его не давал, разнимал. Это вещь, которую я сам лично видел. И, ну, каждый я не скажу, но кто-то, конечно, такую картину нехорошую видели, конечно же. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инна Аллаха саилун кулля раин амма стараху хафиса ам лайя». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Поистине Всевышний Аллах, он спросит каждого, кто, под кого подчинением является какое-нибудь количество людей, если отец, отца семейства, у которого есть жена, у которого есть дети, за каждого из них он, Всевышний Аллах, спросит в судный день. Он сберег их или же испортил? Сберег, имеется в виду, сохранил их, сделал им, наделил их достойным воспитанием, вырастил благочестивыми, богобоязненными людьми, или же испортил их, испортил, не дал никакого воспитания, и выросли людьми, от которых не только ему самому, но и
остальному обществу тоже проблема. Обязательно в судный день вот этот спрос будет. Мы должны об этом помнить. Всевышний Аллах и Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, передали нам определенные обязательства родителей перед детьми, которые нам нужно соблюдать. Мы должны знать и помнить то, что мы вложим в наших детей, то от них нам нужно и ожидать тоже. То есть, если мы хорошее вложим, ожидая хорошее, если плохое, конечно же, плохое от них выйдет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в хадисе: «Куллю мавлюдин юляду аля фитрати, фа абаваху юхаввиданихи, ау юнасиранихи, ау юмаджисанихи». Каждый ребенок рождается на чистоте ислама. Потом его родители, или же, если он родился в семье иудеев, его делают иудеем. Если он родился в семье христиан, они делают из него христианина. Если он родился в семье язычника, из него делают язычника. Но категория вот этих язычников входит, конечно же, и атеисты могут быть, безбожники. Если они его воспитают таким же образом, конечно же, они такими и вырастают. Вот этот хадис указывает на то, что убеждения детей зависят от убеждений родителей. Каких убеждений придерживаются их родители, они переходят, естественно, на их детей. Это в вопросах убеждения, и, естественно же, и в амале тоже. Если человек, отец, родители у него там непорядочные люди, они считают эту непорядочность нормальным явлением, то есть скверно словят, воруют, допустим, обучают детей тоже так же поступать, естественно, такое же чадо у них и вырастет. Вот. И поэтому в то же самое время, что нам нужно здесь заметить, если мы вложим в наших детей хорошее, будем стараться воспитывать их на пути, указанным нам Всевышним Аллахом, иншаллах, и вырастет тоже достойный человек, достойные люди из наших детей вырастут. Вот. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ма нахала валидун валадан мин нахалин афдала мин адабин хасанин». Не оставил никакой родитель своим детям ничего лучшего, чем хорошее воспитание. Такое оно огромное значение имеет. Сегодня, когда родители работают с утра до вечера, приходят домой уставшие, как бы видят своих детей, да, вот увидел, дома дети же очень приличные бывают, прилежные бывают. Да, воспитание как бы автоматически идет, этого недостаточно. Когда ребенок выходит на улицу, в школу, что он там творит, он такой же прилежный, такой же хороший, как дома. За этим надо следить, за этим надо смотреть. И то, что мы, родители, даем нашим детям образование, стараемся их устроить потом еще дальше высшие заведения, учебные заведения, устраиваем потом на работу, этого недостаточно. Думать только об этом, то есть не вкладывая в него никаких духовных знаний, этого недостаточно. Потому что вот сказано, Адабуддунья, такая книга есть, там как бы мудрости великих людей изрекают, и там сказано, что пример, говорит, человека образованного, образование есть, знания такие есть, но нету воспитания, он не воспитан, нет у него адаба, нет у него этикета. Пример, говорит, дерево, которое не плодоносит. А человек, который образован тоже, знания тоже имеет, воспитан, адаб, этикет у него, с этим у него все в порядке, этот человек, как пример плодоносящего дерева. Вот, поэтому ограничивать детей одним образованием, одним думать, куда бы его устроить, не хватает. Это тоже нужно, но этого не хватает. Нужно еще вкладывать в него духовные знания. И потому что если мы не вложим в них, мы же, тем более наше такое время, ахирзамановское, что угодно, каким угодно человеком могут вырасти наши дети. И, например, то воспитание, ну, даже, скажем, нету никакого воспитания вот на улице, которое думают родители, в школе есть. В школе дают образование, он изучает физику, изучает химию, математику, литературу, русский язык. Ну, изучу математику, разве я получу адаб?
знание адаба, этикета. Не получу же. Да, я буду очень сильным грамматиком, очень сильным математиком, но адаба у меня нету, потому что меня не научили этому. В родителях тоже у меня было времени, в школе тоже только меня смотрели за уроками. И, естественно, это упущение, которое произошло в мой адрес, если, например, я являюсь ребенком, расту потихоньку, она плоды потом нехорошие выходят, когда я уже расту, привыкаю к этому. Вот, поэтому надо думать о своих детях, что с ними будет завтра, судный день, когда они встанут перед Всевышним Аллахом. Родители очень часто ругают ребенка за то, что он уроки не сделал, за то, что он, например, неопрятно одет, но хоть раз сделали замечание, например, за то, что он пререкался с учителем в школе, за то, что он проявил неуважительное, проявил небрежное отношение к соседу, старшему человеку, за то, что он не совершил намаз. Не всегда же бывает, об этом вспоминают даже. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим». «Я айюха ллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара». Садакаллаху л'азим. Всевышний Аллах, обращаясь со всем верующим, говорит: «О верующие, вы оберегайте себя и свои семьи от огня ада». Когда не спасался этот аят, в тафсиру Куртуби написано такой асар. Умар Асхаб, ради Аллаху анху, спросил у посланника Аллаха: «О посланник Аллаха, мы себя защитим, а как мы сможем защитить?» То есть защитим как? Мы себя будем оберегать от огня ада, да, себя, я лично, например. А своих детей как я смогу уберечь их от огня ада? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отвечает ему: «Танхавнахум амма нахакумуллах, ва та'мурунахум бима амараллах». Вы запрещаете им совершать те деяния, которые запретил Всевышний Аллах, и повелеваете им делать то, те деяния, которые повелел Всевышний Аллах. Очень легко и просто даже. Этому только обучить наших детей. Далее, в этом же тафсире имам Куртуби, он приводит слова ученых, где они говорят, что обязательно человеку обучать своих детей Корану, обучать детей, что такое запретное, что такое дозволенное. Это является, сказано, обязательным. Если он этого не сделает, то в судный день он за это, конечно, будет ответить перед Всевышним Аллахом. Еще из обязательств родителей перед детьми является выбрать ребенку достойное и красивое имя. В хадисе сказано, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: самыми красивыми и самыми наилюбимыми именами Всевышнему Аллаху являются имена Абдуллах, Абдурахман. И разрешается, тоже является хорошим называть детей именами пророков, и также разрешается давать имена ангелов тоже. То есть этот момент тоже нужно помнить. То есть какие-нибудь имена, мы уже видим, сколько людей к нам приходят, меняют свои имена, но даже их произносить не хочется. Даже если мы в России живем, в России даже таких имен нету. Ну, абсурдные имена бывают. Зачем давать такое имя ребенку, чтобы когда он вырастет, чтобы он еще его поменял? А еще родители бывают недовольными: мы тебя так назвали, непереименовой. Каждый раз, когда с новыми людьми он знакомится, попадает в неудобное положение. Вот. Поэтому это тоже должны, на этом тоже должно быть наше внимание. Родителям следует беспокоиться, какой пищей кормят своих детей: халал или харам. Это тоже очень важный момент. Если наши дети будут питаться харамом, как бы мы их ни воспитывали, этот харам даст свои плоды. То есть мы увидим неправедность в наших детях, непослушание увидим. Результат запретного, она так выражается, так выходит. Особенно, например, в школах, в детсадах, нередко бывает, что их кормят там сосисками, колбасами. Там написано говяжий, как будто, да? Родители, зная, что там есть свинина, или даже просто напрямую, может быть, свинина, ихние дети это едят, и как бы глаза на это закрывают. Так не должно быть. Это харам, запретная вещь. Как? И уверяю вас, плоды от этой еды вы увидите на ваших детях. Когда они будут ослушаться вас, а когда они будут не слушаться вас. Старались вроде бы родители, все вкладывали, работали, и под конец получили молодого
юношу или дочку, которые их ни во что не ставят. Надо быть осторожным, надо кормить халалом, смотреть, спрашивать, что вы едите, что, чем вас кормят, посмотреть, является ли она там, ну, в таких местах. Не покупать домой эту свинину. Вообще, этот момент, ну, нельзя ни в коем случае оставлять без внимания, ну, проявлять, как это сказать, не обращая на это внимания. Ребенок, когда достигает где-то 5-6 лет, когда может разговаривать, когда он может отличать уже хорошее от плохого, самое первое, что лучше для него, обучать его тому, что нашего пророка зовут, имя нашего пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он родился в Мекке, он послан был в Мекке, он переселился в Медину, и он умер в Медине и похоронен в Медине тоже. Это первое, то, что хорошо является обучать наших детей. И достижением ему 7 лет обучать уже его совершению намаза. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Муру абнаакум ли саб'ин, вадрибухум алейха ли ашрин, вафаррику байнахум филь мададжи». Вы повелеваете, уже повелеваете своим детям 7 лет совершать намаз, и бейте их с 10 лет, если они его не совершают, и ложите их в разные постели уже отдельно, когда они достигают 10 лет тоже, чтобы вместе в одну постель не ложили этих детей тоже, девочек, мальчик, имеется в виду. Этот хадис имам Абу Дауд передает. То есть, как-то вот бывает, вот жестоким кажется, бить это не означает, что там его там кулаками, ногами бить. Это означает проявлять строгость. Это означает, что чуть-чуть какое-нибудь там ухо потянуть, сколь, или маленькое, как сивак палкой, чуть-чуть стукнуть, который не причиняет ущерба здоровью, травм. Такой удар, который от этого есть польза, только для этого ребенка. То есть не проявлять пренебрежение, совершил ли ребенок с 10 лет намаз или нет. Мы жалеем его, ну потом уже маленький, ничего нет, не достиг совершеннолетия, ему же можно не совершать. Когда этот ребенок привыкает, не совершая намаз, когда достигает совершеннолетия, тогда уже трудно бывает опять его прививать в нем желание совершать намаз. Поэтому такая строгость в этом тоже, такую строгость тоже нужно соблюдать. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва'мур ахлака бис-салях». Ты обращаясь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, прямое указание от Всевышнего Аллаха, ты повелеваешь своей семье совершать намаз. Это обращение к каждому сегодняшний день человеку, в котором опекунстве находится, у него там, будь то его жена, будь то его дети, это обращение к каждому мусульманину. Повелевай и сам совершать намаз, и повелевай своей семье тоже совершать намаз. Когда ниспослался этот аят, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как бы подчиняясь повелению Всевышнего Аллаха, каждое утро ходил, говорит, к дверям его дочки Фатимы, зятя Али, радзиаллаху анху, и говорит: «Ас-салях, ас-салях, рахимакумуллах», вот это побуждал их. Ну, они и так совершали намаз, но все-таки пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подчиняясь Всевышнему Аллаху, еще раз это говорил. Умар ас-сахаб, когда он ночью простаивал поклонение Всевышнему Аллаху, когда наступало время уже утреннего намаза, когда наступало, то есть конец ночи, до утреннего намаза, он точно так же ходил и будил свою семью, и тоже так громким голосом говорил: «Ас-салях, ас-салях», и читал вот этот аят: «Ва'мур ахляка бис-салях». Вот этот «Ва'мур ахляка бис-салях», повелевай своей семье совершать намаз. Это же нетрудно запомнить, и нам тоже. Не надо, проявляя какую-то жалость своим детям, там 11 лет, 12 лет, думать, что мы им делаем что-нибудь хорошее. Нет, наоборот, мы приучаем их к тому, что потом им трудно будет опять его к этому возвращаться. Конечно же, необходимо нам беспокоиться, чтобы мы обучали своих детей чтению Корана. В этом кроется большое благо. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, достоверный хадис имам Бухари передает: «Хайрукум ман тааллама аль-Куран ва алламаху», — лучшие из вас, кто обучился Корану и обучает ему других. Разве мы не хотим, чтобы наши дети были лучшими из ума пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Допустим, мы сами не научились, не смогли, времени не было, детство прошло,
не было мечети, а учителей. Но на сегодняшний день ведь есть шанс сделать наших детей лучшими из нашей уммы нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И имам Хаким передает такой хадис: на голову родителей того, кто обучался Корану и поступал согласно ему, то есть читал Коран и поступал, остерегался от запретного, совершал согласно повелениям Всевышнего Аллаха, на голову родителей такого человека в судный день возложат корону из света, сияние которого будет подобно сиянию солнца, и наденут на них одежды, которых никто не видел в этом мире. Они спросят, удивленные: за что нам на нас одели это? Им скажут: за то, что ваши дети обучались Корану, за то, что ваши дети читали Коран, за то, что ваши дети поступали согласно Корану. Вот такое воздаяние родителям, у которых дети читают Коран и поступают согласно ему. Вот, поэтому этот момент тоже нужно нам запомнить, не проявлять, опять же, пренебрежение к этому. Является желательным родителям вместе со своими детьми посещать маджлисы знаний, посещать религиозные мероприятия, религиозные праздники, посещать коллективные намазы, то есть прививать к ним эту любовь к таким местам. Прививать к ним, детям, любовь к алимам, шейхам, имамам. Почему? Потому что они их призывают только к хорошему, только к доброму. Посмотрите, имам Малик передает хадис в своей книге «Аль-Муватта», что Лукман аль-Хаким говорит своему сыну. А Лукман аль-Хаким, целая сура в Коране есть, Лукман называется, про него, о нем. Это некоторые говорят, что он был пророком тоже, но большинство все-таки, что он был мудрецом, он обучался у пророков, и он известен своими многочисленными мудрыми высказываниями. И он говорит своему сыну: «Я бунайя, джалисиль улама, вазахимхум бирукватайка». «О, сын мой, ты садись среди алимов, теснись в их кругу своими коленями». «Фа инна Аллаха юхил кулуба бинурил хикмати». Поистине Всевышний Аллах оживляет сердца нуром, светом мудрости. «Кама юхил арда альмайтата бивабилил сама». Как он, Всевышний Аллах, оживляет мертвую землю, когда на него не спосылается дождь. Вот точно такой васиет он своему сыну делает. Этот васиет он на сегодняшний день подходит каждому родителю сделать все своему сыну. Вот. Когда умирает человек, что остается? Где хадис сказано, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: умирает человек, вещи, которые приносят ему пользу, три вещи есть. Это садакатул джария, он сделал садака, пожертвование какое-нибудь, построил мост, дорогу, которую люди пользуются. Сколько люди будут этим пользоваться, столько времени его руха будет польза от этого. Эльму янтафиу бихи, знания, от которых люди получают пользу. И валядун салихун яду Аллаху, и праведный сын, дети, дочь будет или сын, которые делают ему дуа. Оставим мы после себя таких детей или нет? Почему мы не задумываемся? Если мы их ничему этому не обучали, не старались для этого, не делали ничего, кто за нас дуа сделает, когда мы умрем? А посмотрите еще другой хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит. Удивительный хадис. Имам Бухари Адабул Муфрад приводит, что Абу Хурайра, радзиаллаху, говорит, что когда человек умирает, турфа улильмайти баадамавтихи дараджатуху, поднимает, говорит, степеня умершему человеку после его смерти. И он удивленно говорит: «Ай, раб, аюшай инхази, о Господь, откуда это все? Ведь я не делал столько деяний, чтобы получать это». И ему отвечает, говорит: «Файукалу, валядука стахфаралака». Это твой ребенок, твое дитя делает, просит за тебя прощения Всевышнего Аллаха. Видите, если воспитаем, вырастим, как им положено, такие пользы мы можем получить. Не воспитаем, ничего этого не будет. Воспитаем достойным образом, посмотрите интересный случай, тоже воспитаем достойным образом, достойные люди из них вырастут. Однажды этот, в Византийской империи в одном городе одну женщину-мусульманку один вел ее, говорит, в тюрьму несправедливо, без никакой ее вины. Он тащил ее, и она кричала: «Я Мухтасим, я Мухтасим». А Мухтасим был тогда правителем мусульман, и тамошний мусульманин, когда пришел к
этому халифу, рассказал ему, что такая-то женщина, такую-то женщину несправедливо посадили в этом городе в тюрьму. И она вот просила, как бы обращалась к себе, я отасим твое имя говорила. Он сразу же приказал написать письмо этому правителю, как бы он обращался еще, о, собака, если ты, когда мое письмо придет, ты не освободишь эту женщину, я снаряжу такое войско, которое начало будет у тебя и конец будет у меня сейчас, где я нахожусь. Вот он так, вот такое грозное письмо написал, тот как бы не ответил, ничего, никакой реакции он не сделал. Тогда он снарядил войско, пришел, завоевал этот город и, освободив эту женщину, говорит, ответили ли, о сестра моя, ответили ли я на твой призыв? Она говорит, да, ты ответил на мой призыв, и да, укрепит Аллах твою власть. Такую дуа тоже она ему сделала. То есть, такой достойный человек, как, почему он таким был? Потому что он вырос, воспитание получил исламское, богобоязненностью. Такой человек, которого сердце, за честь этой женщины, он такой, как бы снарядил такое войско. Сегодняшний день мы тоже должны думать, что когда у нас рождаются дети бесчестные, когда они становятся знаменитыми тем, что они там пристают к каким-то девочкам, делают недостойные поступки, разве этим можно гордиться? Если мы их воспитаем достойным образом, иншаллах, и у нас будут такие дети, и такие сыновья будут, которых мы будем слышать, он спас кого-то из пожара, он спас кого-то, который тонул, он спас честь, защитил честь какой-то девушки. Это все будет, если мы их будем, конечно же, воспитывать. Алхамдулиллах, они у нас есть, но хочется, чтобы их еще больше было. Вот, поэтому, уважаемые родители, мы как бы решили, что для наших детей те уроки, которые у нас в мечети даются, их как бы недостаточно, мало. Это целый день с утра до 5-6 часов у нас уроки бывают. Мы решили объявить, что для наших детей любого возраста и абсолютно бесплатно каждое воскресенье делать уроки этики, адаба, воспитания, то есть отношение к старшим, уважение к родителям, уважение к своим преподавателям, уважение друг к другу. Вот эти моменты, есть специальная книга, по этой книге «Этика мусульманина» называется, иншаллах, будут уроки, поэтому отправляйте своих детей, будь то девочек для них будет учительница, будь то мальчик для них будет учитель, и час каждое воскресенье, мы даже не говорим там обучать их Корану, обучать их намазу, хотя бы этике исламской, чтобы они получили уроки. Вот. Дай Аллах нам тавфик, помощь в этом, чтобы наши дети выросли такими людьми, за которых мы только радовались, за которых в судный день, иншаллах, нам не пришлось бы краснеть перед Всевышним Аллахом. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الصلاة الجامعة